Слышь, пляжный, далеко собрался? Да. Почему коп против меня? Слушай, ты пошел на. Погнали, пацаны. Угу. Ну, чтобы люди заходили. Блядь, нет, приватности. Хорошо. Давай, блядь. Раздал. Сука, давай скидай, блядь. Сейчас, ты не ори. Ты, блядь, не тормози, сука, блядь, по голове получишь, блядь, по пизде получишь. Ну чё ты, блядь, заикаешься? А тут, по-моему, вдвоём нельзя. Ну, блядь, пидор, значит, ты гнойный, вот ты кто. Ладно, приглашаю. Быстрее давай, блядь, давай своими булками, да. Во-во-во-во-во. Булкомёт? Во-во-во-во. Во-во-во-во, давай-давай, хуя, родненький мой, вот какая. Я тебя в рот шатал. Я тебя, блядь, в пизду шатал много раз подряд. А у меня крутил. Нет её. Я тебя вертел. А какой режим игры? Один за всех или все за одного? Один за всех и все за всех. Я серьезно. А я не серьезный. Я сегодня, блядь, астронавт. Астронавт Эльдар Маскевичус. Полет через 3, 2, 1. Факел всенародной России. Факел тебе в жопу. Sonic All Stars Racing Transformed. Пока. Давай. Давай. Я Александр Башан. Башан? Угу. Кому не жалко, киньте мне деньги на телефон, пожалуйста. Денег нет, реально пиздец вообще. Я бы на твоем месте остановил запись, потому что это скукота. Блять, охуенная, охуетительная скукотень. 1-2? Все за одного или один за всех, я не понимаю? All for one. Это так или вот так? Ну, ты читать умеешь, all for one? У меня по-русски. Подожди, а можно поменять команды? Нет? Поехали. Нужно больше игроков. Пиздец, давай. Чего давай? Давай-давай. Да не надо больше. Ладно, меня режим давай. На какой? На... Подожди, как можно же поменять, да? Можно, там есть кнопочка. Какая? Какая там? New Game, по-моему. О, все, нашел. Давай, жми. Город краденных машин, работа на мафию, Десмач. Хуёсмач, блядь, ёбаный в рот, десны почини свои, ёбаный. Гонка, GTA, гонка, командный Десмач, работа на мафию. А, ну это хуйня. Сорванная сделка. Свободный режим. Давай, свободный, ставь, хуярился уже. Дебил. Он, кажется, куда-то пошел. Я не создал. Бля, не, вы видели, да, он взял и улетел. Не, вы что думаете? Я перекинул? Да если бы. Что, заново инвайт кидать? Да. Ютуба взял и убежал. У тебя какой этот пароль? Как где? На скайпе. На каком? Одолжишь денег? Да. Что? Оставь уже паузу, ебать. Кстати, у меня на скайпе, между прочим, довольно есть... блатной пароль. Какой? Ну, блядь, сказал бы. Ну, какой? Просто я регистрировал Skype в то время, когда не было защиты на пароли у него, и у меня четырехзначный пароль стоит. У меня четырехзначный стоит пароль на NFS. Вот на NFS пиздец, конечно. А, у тебя 1994, что ли? Да, да. А, ладно. Ну что, всем привет. Ты с кем? Ты для себя записываешь, что ли? Сдохни, чмошник. Тихо, ты сейчас рандарахнул меня. Пидор ебаный, блядь. Давай займемся покатушкой. Ты посмотри на себя, кого ты, блядь, вырос уже. Я вырос. Стратокок ты, блядь. Я стратодоктор. Стратодоктор? Стой там, малыш, я приеду сейчас. Да я не собираюсь никуда ходить, блядь, хуйня какая-то, блядь. Как дебил. Можно вот играть? Слышь, ты похож на анчоуса. Я сегодня буду материться, как гребаный Вантус. Привет. Да ебаный вырос, здорово. Ты чё, улетел? Опа. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да иди сюда. Да а можно сказали тебе убрать этот скин? Ты тупой? Что? Да какого убрать-то? Ты посмотри на меня. Все подписчики пишут, что этот скин уже не смешной, и он надоел всем. Я серьезно тебе говорю сейчас. Ну, блять, вы, ребят, скучные. Ладно. Слушай, что надо? Ну, поставь на. Не меняется. Поехали, стафилокок. Поехали. Куда едем? Подожди, ты поставил патч, идиот. Какой патч? Это разве фри, это патч мод? Чем они отличаются? Нет, это фри. А чем ты чё? I want to break free! Нет, только не на... Ну там можно голосовать за игры, типа как лобби промежуточные. Смотри, как тебе Париж-Дакар в Феррари? Ну, блять, вот в Феррари, мне кажется, давно надо участвовать в Париж-Дакаре, судя по тому, как Анопка выступал в последнем состязании. Анопка? Угу. Это же из пранков мужик. Мужик? Да. Что ты прямо это рубишь? У нас полный декаданс, говори, что делать. Значит, смотри. У меня к тебе есть дело. И слабое тело посело. Иди сюда. В смысле, mm-hmm. Знаешь что? Короче, смотри, сейчас я на одно место приду. И что? И мы с тобой во всем договоримся. И закончим серию, правда? Нет. Ну, блядь, пиздец, хуй в обед. Алло. Да. Иди нахуй. О. Уйди своему лицу, сука.
Что тут, блядь, делаешь? Ёбаный в рот. Король, сад, блядь. У меня есть безумное предложение. Ты меня король, королем не называй. Я слащавый, вон, мучачес. То есть, кому кажется, что он похож на вас, поставьте палец вверх. Сюда, иди, урод. И вообще, блядь, с кого заебали всякие пальцы, короче, ставьте пальцы. Мы сейчас с тобой устроим грандиозную, огромную гонку. Значит, смотри, читы мы... Игр ебучий, блядь, заебали. Ну так вот, мы с тобой устраиваем гонку. Условия таковы. Мы сейчас с тобой выбираем любую машину. Дальше мы должны будем. Сейчас я... Прости. Что, ты обосрался сейчас? Я просто насрал. Ну так вот. Короче, открой карту, мужик. Ну. Видишь, где мы? Ну. Мы с тобой должны добраться до Статуи Свободы. Кто будет на этом месте, где сердце, первый, тот и выигрывает. Ебать ты, пидорас. Сейчас мы берем машину, которую я назову. Ты место неудобное выбрал для начала гонки. Нет, я выбрал удобное место. Чувствую, надо будет плыть. Да. И причем без всяких читов, без всяких спаунов. Бери. Спаунов чего? Всего. Бери фаертрек. Фаертрек? Без всяких читов. Бери, бери. Ты ёбнутый, что ли? Бери, говорю. Я не знаю тоже никакого выхода. Мы сейчас должны найти кратчайший путь просто до Статуи Свободы. Начинаем? Знаешь, я могу сказать, что ты ебанутый, я не могу ехать. Почему? А он не заводится. Блин, какого хуй мне какой-то... Вот сразу начинай читерить, а? Чё ты, блин, представляешь меня? Ладно, давай на скорой поедем. Иди сюда. Скорую бери. Сейчас опять какую-нибудь мухлёвку поддал. Кого поддал? Ты заебал. Блять, пидорас какой-то. Не, ну конечно так выглядит, блядь, да, с ним машина даже глухнет. Ладно, возьми эту, я возьму. Вот. Ну, в смысле, сейчас. Вот, да. У тебя двери нет. Ну? Ну, давай на старт какой-нибудь. Почему ты направо едешь? Налево еду. Давай на старте здесь. Началось. Какое же утро. Мы багом ездим. Ты ездишь плохо у меня. Ты тоже. Ладно, хорошо, это было не очень удачное место. Я тебе говорил, между прочим, ты отшлифованный мудак. Между прочим? Нож не в печень. Кому нравится звук? Тихо! Чего? Чего, какой звук? Говорю, ты заткнись! А. Я еще не пришел. А, Special God Mode выключен. Сука, в жопу. Special God Mode выключен. В жопу. Отсюда начинаем. Крыша? Да. И слабое тело по телу. Машины менять можно. Special God Mode disabled. Сюда можешь заехать? Подожди. Выключи свою писюньку, блядь. Да ладно, выключил. Ну давай, ну, так, короче. Так, все, чинимся. Все, давай, да, я даже покрашусь. Это, значит, что, покрасишь? А, давай, точно, красная команда и синяя. Вставай, морды куда... А, ну, в принципе, это все равно. Значит, смотри. Нельзя юзать никаких щитов. А машину можно менять, ну как бы вот эту и еще одну можно взять. А... У меня копы выключены, копы выключены. Сейчас. God Mode тоже выключу, потому что если ты умрешь, то твои проблемы. А, конечно, желательно было бы снимать с моей камеры еще, ну ладно. Сейчас, коп. Где они выключили? А, Neverwanted. Ну все, ну короче, начинаем без щитов, мы должны отсюда выбраться, и кто окажется около сердца, тот выиграл. Готов? Угу. Раз, два, три. А! Если я сейчас. Есть! Я на колесах. Блин, быстрее, сука. Как, ну ехать? Что, я просрал. Как ехать-то, ёп. Быстрее, говно. Может, сейчас проще машину. Нет, не буду. Быстрее, ёбаный в рот. А ты, у тебя еще проблемки? Ну, блять, как тебе сказать? Что случилось? Ёбнулся подмышка по косяк. Я серьезно. Да болит, пиздец все. Жопа, говорю, блядь, болит, на велосипеде надо меньше кататься. Подожди, кстати, помнишь ту серию, когда ты мне яйца массировал? Ну. Мне это понравилось. Которую мы у тебя записывали, да? Да. Ёбаный коп! Можешь повторить? Я проиграл, все, отстань. Почему проиграл? Я могу не доплыть, утонуть, не знаю. Давай не сдавайся, ты бейся меня. Не, я не сдаваюсь, просто я, ну, не сдаюсь, в смысле. Я не сдаваюсь. Я не сдаваюсь просто. Чувствую запах паленого мяса. Ребята, если вам нравятся такие гонки, которые мы вот придумаем, и вы хотите увидеть их с двух лиц. Стоп, сотый смешно. Ладно, нет. Сотый смешно? Нет. Не буду ГТ. Че, а двух камер не хочешь? Не хочу, потому что все, когда мы делали всегда с двух камер, все писали, что невозможно следить, нормально смотреть. Все так, все пошел. Отвлекает. Ты там как? Хуёво, блять, не спрашивай, сука. Как спросишь, распидоросит. Нормально?
Угу. Лавры победы уже летят в Булкин. Мужик, мне плыть надо. А-а-а. Ну, правильно. Да, конечно, правильно. Он уже плывет. Угу. Да не плыву еще. Да я вижу. Говно, быстрей. Где тут спрыгнуть? Где там забраться-то? Я... А-а-а. Быстрей, выпрыгивай. Он что, не может выпрыгнуть из машины, которая... Ёбаный в рот. Да быстрей, куда-то залезай. А, у меня же толстяк, идиот. Булкин, я по роже тебе стресну. У меня толстяк, он еле плывет. И ты выиграл, поздравляю. Да-да-да. Чего? Мне даже в воду не залезть, долбоёб. Как не залезть? Ты чё, уже около воды? Блять. Что? Сука! Что там? Убью нахуй. Как тут забраться? Мне тут негде забраться. Идиот. Блять. Так, используем план Б. Быстрей. О, берег. Беги, толстый. Я чувствую, я зря, блядь, это сделал, сука. Зря, блядь, я это сделал, нахуй. Надо бы, если вы поняли, что я хотел сделать. Толстый! Нет! Да, 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 я, все, я, это, быстрей, на статую, где тут ход? Сука, если я что-нибудь сейчас сорвусь или не... Быстрей, идиот, идиот. Ёбаный в рот, машина, не глохни. Да где тут ход-то? Это стена тупая, он еще... Мне нравится, он нужен на статую свободы, вы поняли, да? Я еще не могу забраться здесь. Я бегаю еле-еле. Угу. Отличная гонка получилась. Чего? Я был в шаге от победы. Ты еще не забрался, придурок. Может, я еще сдохну как-нибудь. Ага, сдохну, конечно. Блядь, где эта ебаная хуйня-то, а? Где вход? Вход где, блядь? Где эта ебаная хуйня? А как забраться-то? Я заблудился, блядь. Нет, не заблудился. Быстрее, быстрее, быстрее. Да все, это уже у сердца, я знаю. Не у сердца еще. А-а-а. Ну. Блядь, не раз, как он паникует, хотя это вообще как-то... Я сейчас могу что-нибудь, как всегда... А подожди, а как на сердце забраться? А, вот. Ты вообще мог хеликоптер же взять, идиот, точно. Тайм-код за этот момент. Ты же мог взять хеликоптер, идиот. Тайм-код за этот момент. Какой момент? Там нет момента никакого. Да нет, был. Где? А, тут вход сердца закрыт, по-моему. Подожди, он же тут должен быть. Сука. Если его сейчас тут не будет... А, так все, значит, слышь, в онлайне нельзя... Только не говори мне, что ты... А, палец вверх. Ставь паузу. Ставлю. Здравствуйте. Значит, у меня такой... Ну, короче, Булкин победил в той гонке. Да. Я ставлю день. И в этот раз мы с вами едем на... Ни за что не поверишь, на чем. Знаешь, мне кажется, тут лучше пешком, потому что особо разницы нет. Как сказать? Нет. Это уже наша проблема. Опять же, тачку можно менять один раз. НРЖ бери. Если он сейчас не заведется... А, точка... Ой, ну да. Нам нужно доехать до аэропорта, там, где стоят анхиляторы. Сейчас я точку поставлю. Я, кстати, тоже. Ну? Подожди, подожди, я сейчас подумаю. Давай обдумаем. Минуту на размышление, типа. Ну? Как? Что? Ты уже поехали знаешь... Уже. Ты уже знаешь, куда ты полетишь? Да. А я нет. Ладно, будем пытаться. Готов? Ну. Раз, два, три. Давай, давай, давай. Если я сейчас... Блять. Да, 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 да. Сука. Да, 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 да. А, лестница, блять. Где лестница? А где появился? Сука, рядом. Так, подожди, а если я умер, то продолжаем или как? Ты правила у нас придумал. Ну, просто... Да продолжай, продолжай, ёпта, хули. Так мне надо машину тогда искать, у меня тогда нет больше замен. Быстрее, дай машину. Давай, блять, короче, я победил, иди нахуй. Как? Так. Нет. Стрей. Да куда ты не садишься-то? А-а-а. Гони. Гони. Сука. Стоять. Я в нос. Да ты проехать-то дай мне, сосиска! Сука! Есть! Да блин! Нет! Блин, лучше бы я забил, я бы уже долетел за это время.
Мой. Мой! Нет! Нет! А какого хрена? Мы что, договорились? А нельзя, нет. Ну ладно, ладно, ладно. Тебе, кстати, даже... Сука! Блядь, как ты припарковал свою машину, мутак? Быстрее, уроды! Машину дайте! Стоп. А... Ну, блядь, Булкин опять победил. Да конечно, быстрее! Валить так. Где то... Я точку не поставил. Пока. Ну вот я и говорю. Быстрее, гони, гони. Чем не мешал уйти, так не понял. Зачем я поехал-то к этим тупым этим? Думал, сейчас вертолет возьму и вперед тебя будет. Быстрее, я же мог уже быть. Гони! Я еще машину взял, знаешь какую? А? Я попал с первой, я... больше ничего не ездит, как назло, этот. Хачироку. Дрифтовые. Ну, понятно. Отличные лаги. Ощущай, ты машину, ты тупой! Вот! Вот почему я не снимаю своего лица? Почему я не сни... Потому что лицо страшно. Согласен. Блядь, быстрее. У меня машина сейчас сдохнет, ты че? Нет! Гони! Гони! Гони, 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 гони! Не, ну все, это пиздец. Где выезд-то? Куда ехать? А, блин! Ты издеваешься, я... Вот аэропорт же, я вижу, а как туда подъехать-то? Я же тебя уже видишь. Сука. Сейчас долетишь на какой-нибудь говне. Угу. Которого здесь нет. Я еще тачку же не могу теперь... Вот я мудак, а. Чего? Ты понимаешь, если я сейчас запалю тачку, я пешком буду бежать? Слушай, расслабься, ты пешком быстрее одешь, чем я сейчас доеду, поверь. Угу. А ты угу. уже тачку менял или как? Я не знаю. Одна я сел в твой кабальт, она застряла, и она даже не ехала. Поэтому это не считается. И сейчас я взял одну. Вроде. Здесь я все правильно помню. Ты до этого был на НРГ, ты... Ну да, ладно. Вот теперь ты типа не должен. Ну да, правильно. Даже мы даже на НРГ начинаем. А, я вообще сдох-то. А, быстрее, нет, не разбейся! Где тут, как проехать-то? Я-то аэропорт вижу, а вот до него еще знаешь, как мотать? Поздравляю с победой. Что? Блять, вот тебе криворукий сегодня, мудак-то, а? Вот что я сегодня такой криворукий, объясните стой, мне. Стой. А что, если машина сейчас сдохнет, последняя замена, пешком бежать? Да. Нет! Нет! На колеса! Фух! И потом увидишь просто состояние моей машины, которым... Так, аэропорт. Которого я не увижу, потому что все рассинхрон. Заезжаем, заезжаем, заезжаем. Где тут архиляторы стоят? Ну все, ты победил опять. Блять, ну это нечестно. Ну нечестно. Ну потому что. Е-е. Нахуй я трогал эти вертолеты, блять, победа была у меня в кармане, нет, я, блядь, зачем ты начал вертолет ломать, пидорас. Самокритичное хуйло. Е-е. Че, все, я точно выиграл уже? Ну да. Ты уже там? Все, приехал. Отлично. Давай лети сюда, значит. Че ты со своим лети-то заебал уже? Ну, я имею в виду, телепортуйся, проигрался там. Че, тебя ждать, что? Да. Может, ты паузу поставишь пока? Нет. Хм. Тебе ничего говорить? Значит, мы сейчас еще одну гонку поедем. Да пидор ты злойный. Приедешь, ой, придумай же это, чтобы потом не было вопросов. Да и не давай без, без летательной техники. Че, ты с педалькой? Угу. Блять, да вон, кстати, разница небольшая. Почему? Ну я уже приехал, почти. Если да, бы я там... Вот если станет... Блять! Если бы я там не стоял, не ждал, пока появится новый вертолет, я бы успел. Сука, ты вот ты долбоёб, а? А? Ты на вертолете разве? Я вертолетов ждал новых, они не появились. Если бы я их не ждал, я бы приехал примерно в то же время, что и ты, и разница была бы там буквально несколько секунд. Я там очень много времени потерял. Ну да. Значит, почти приехал. А, привет. На чем ты хоть? А, тоже? Ну нормально. Ну нормально. Ну давай теперь ты придумай. Ну не знаю, давай да. Машину, во-первых, и давай без этого, без вертолетов. Ну давай, чё, тупо весело, с... до площадки в самом левом, в самом верху карты. Которая там... А... Наверху такой прямоугольник. Где мы начинали, маленький. Кстати, ну ладно. Чего? Мы-то оттуда начинали. Может быть, а ну да. Ну, а тачку какую для начала? Я не знаю. Давай на этих, как он назывался, Туго. Что? А смысл сразу поменяем. Да, конечно, поменяем. Ну? Так, как она называется? Я забыл, подожди. На... А! Короче, AirTag. Его нельзя менять, пока он не загорится. Издеваешься? Это веселая гонка. Давай хоть месяц стартанем рядом с тобой. Какой нахуй адмирал, блять.
Пока он не загорится? Ну да. Проще. Ну или перестанет заводиться. Ладно, ну. Это будет веселый звук чувств. 2, 3. Вы уже в предвкушаете часовую серию, да? Ну это привычно уже мне. Как ехать-то? Бля, у меня что-то не рисуется, GPS. Самое страшное, что у меня тоже. Пока. Отлично. Куда? Окей. Окей? Бля, это говно не едет. Бля, гонка через весь Liberty City на этой хуйне. Идиот. Так мы ее не разобьем никак в жизни даже до конца. Не знаю. Ты у тебя рисуется или нет? Нет. Окей. Я еду, блядь, не там. Ну я опять просрал, короче. Я хуя тут машина. Откуда здесь забор? Блядь, сука, я проиграл, опять все. Почему проиграл-то? Ну как ты думаешь, почему? Ты еще не проиграл. Я застрял. Тем более я еду даже несмотря на карту. И понятно. Что, понятно? Да двигайся ты, сука. Где эта фишка из старых GTA, когда можно было человека машину подвинуть? Ну отлично. Я не знаю, что делать. Я не знаю, чего у тебя там, мне не весело. Блин, сука, ну нельзя так проигрывать. Ну, давай, раскачивайся. Вот, что там делать? Если что, это не Стёп, я реально выбраться не могу. Может, ты другую машину возьмешь уже? Так нельзя менять, пока не загорится. Окей. У меня все нормально, я уже на мосту в этом, во второй город. Ну, короче, я опять проиграл, короче. Спасибо, что смотрели эту серию. Ставьте большие пальцы вверх. Подожди. Подписывайтесь на канал, ждите новых видео. И пишите, что нам делать GTA еще новое. Да, с вами был Илья Слейд, Александр Булкин. Подожди, ты дурак, что ли? Что? Куда? На видео потом посмотришь. Да подожди ты. Все, всем пока.